Вот уже 10 лет Наталья с семьей живет на улице Связистов в Немчиновке. Активисткой стала не сразу. Все началось с борьбы с незаконной постройкой, потом добивалась обустройства детских площадок. Постепенно ей на помощь приходили неравнодушные соседи. Так в селе создавалась инициативная группа. Если есть внутренний позыв, ты его просто делаешь и делаешь, потому что у нас соседи классные, потому что у нас тут дети классные, потому что мы тут все дружные, а у нас очень много хороших людей. Вопросов у жителей накопилось немало. Один из них в буквальном смысле с душком. На Московской улице узкие канализационные трубы, которые с нагрузкой не справляются. У многих в частном секторе подвальные помещения затоплены. Выход из положения активисты обсудили вместе с главой Одинцовского округа Андреем Ивановым. Расчет, ну, расчет только на эскиз по гидроудару, о котором речь. Правильно? До вторника. В общем, за неделю мы должны клапан установить, а здесь расчеты сделать и убедиться, что мы можем КНС поставить. По плану есть, на деле нет. Детская площадка уже должна радовать жителей. Но пока готово только основание для нее. Не хватает элементов для установки, горок, качелей. Подрядчик не справляется. В первых числах ноября, как только нам с производства поступит МАФа, мы их здесь поставим. По резине, значит, будем принимать решение. Если погода не позволит, резину будем делать весной. Если погода позволит, резину закатаем. Жители обсудили с главой округа больше 20 вопросов. По каждому разработан план дальнейших действий. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».